He was back here a moment ago. Yeah, I'm gonna go look at the Russian carriers. You said they were up here. Yeah, on the upper level. Yeah, I'll show you. Yeah.
Very good.
my sister. This mat breaker. Mat breaker, yes. А у нас она... площадочку. Это можно сделать или же ножницами, или же машинкой, специальным ножом выделить анальное отверстие и небольшую площадочку. Идти мы должны по росту волос. То есть вот, далеко не уходим. То есть вот эти маклаки мы убираем, но оставляем часть волос. Вот до этой части, где у нас вот есть такой бугорочек. Выделяем немножечко анальное отверстие, около анального отверстия. Убираем. Теперь работа с ножницами. Сейчас я вот покажу. Теперь мы должны выделить хвостик. Для того, чтобы для полной стрижечки мы видели, что у нас хвостик выделен, он хорошо выходит из спины, у нас хороший круг, не скошенный. И для того, чтобы показать, то есть все равно его нужно выделить. Стоит, Ленечка. Молодец, хорошо. При этом постоянно нужно собаке давать команду стоять, не разговаривать и так далее. Конечно, не привыкшая собака будет садиться. С другой стороны, точно так же мы будем вот этот хвостик выделять. Обязательно выделяется хвостик. Теперь я хочу показать, как у булье стрижется бедро. Значит, здесь нужно показать как бы небольшой окорочок, но не утрированный, а чтобы он был присутствовал. Угол собаки мы выделяем только около плюсны. Стоит, Ронечка. То есть вот небольшой такой окорочочек,
чтобы он был не утрированный. Сильно это тоже делать не надо. Блюсна обрабатывается. Стоит. Хорошо. И вместе с этим обрабатывается бедро, которое представляет собой окорочок. Здесь шерстка остается. Выделяем коленочку. Стой. И лапку делаем в виде кошечки. Ну, такое закругленная лапочка. Внутри лапка вся полностью выстригается машинкой или ножницами. Вот мы сделали бедро. Значит, мы его подстригли, выделили уголочек. Здесь бедро у нас наполненное. Все это должно сочетаться с плюсной. Выделяется коленочка. Покушая, никогда не трогается. Вперед. Стоит. Прям стоит. То есть вот эта часть переходит плавно в юбочку. Юбка может быть прямой, чуть полукруглой, но она должна стыковаться вот с этими волосами, которые выделяются. Пах несколько выделяется, но бедро получается такой, как окорочок. Вы сами видите. Стоит, Ванечка, стоит. Стоит, малыш. Юбочка подравнивается, она не должна быть длинной очень сильно, это не черный триер, то есть все должно быть в меру, то есть все волосы конкретно делаются, подравниваются, чтобы не торчало ничего, вот таким образом. С юбочки мы переходим наперед, значит. Здесь делается, туловище стрижется таким образом, одним словом, чтобы у нас переход к шее, от шеи к холке и к крупу снижался, то есть высокопередость, как бы подчеркиваем эту высокопередость. Значит, вот стрижем плечо, его нельзя делать круглым, то есть это все стрижется вместе с лапочкой. Лапка вся, как и задняя лапка, передняя, стрижется кругленькая такая лапочка получается. Также состригается, подравнивается здесь. Стоять, Ромочка, стоять. Вот это вот. Стоять. Состригается по прямой здесь. И получается вот такая хорошая лапка. Значит, здесь тоже все. Сделали столбик из лапки со всех сторон. Значит, потом переходим. Значит, грудь. Шейка стрижется здесь не налысо, но как бы показывает. Она не должна быть длинной. То есть мы ее выделяем шеечку и выделяем фарбрус. Так как этот кабель идеально сложен, ему ничего не надо подчеркивать, ничего не нужно выделять. То есть это конкретно плечо просто стрижется, ну, как подчеркивается, какое оно есть у него, у Ромочки. Правильное, хорошее плечо. Оно просто красиво подчеркивается. Видишь? Вот так видишь? Да. Вот. То есть держим, придерживаем мордочку и стрижем шею. А здесь, сейчас секундочку, стоит. Плечо аккуратненько все. То есть здесь чуть побольше выстригаем подушками. Но тоже ничего не налысо не делаем. То есть это стрижется. Здесь побольше шерсти оставляем для того, чтобы показать высокопередость с собой. Теперь мы выводим линию верха. Но так как у нас, я уже говорила, что Рони у нас идеально, у него прекрасный круг, хвост прекрасно выходит из спины, то есть здесь мы оставляем минимум волос. То есть это нужно сделать таким образом, подровнять как бы и подойти к хвостику. Не надо сильно убирать, чтобы волос тут обязательно был. Жесткость волоса. Она даже приминается. Это у нас не пудель.
То есть здесь не должно быть вот все аккуратно настолько, чтобы вот все, каждый волосик волосику. Если идет какая-то волна, это даже очень замечательно. Затем мы от шеи поднимаем шею и холочку. И начинаем таким образом стричь, выравниваем. Потом мы эту линию вверху еще подравниваем на полу. Стоит. Молодец. Хорошо. Переходим к голове. Стрижем уши машинкой или ножницами. Не совсем на лысо, но с небольшим количеством шерсти. Значит, с внутренней и сходим. Постригли уши ножницами, обрезали окантовочки. Теперь голову. Это можно сделать ножницами, такую площадочку небольшую, или же машиночкой по росту шерсти. То есть специальным ножом, который тоже оставляет достаточно много шерсти. Переходим туда, к шее, к бугру. Переходим к глазам. Глаза нужно выделить. Собаки, если в глазах нет никаких недостатков. Значит, мы здесь филировочкой все обработали и делаем наискосочек такой разрез в глазах. То есть не сильно близко к углам глаз, чтобы широкая получилась щелочка. Вот таким образом. Все, все. Теперь мы переходим к морде. Так как у нас у Бувье морда не длинная должна быть, а короткая, то есть мы прям около носа убираем вот эти лишние волосы, которые выросли на щелочке. Потом идем, смотрим щеки и также таким же образом убираем. Это же можно делать также филировкой. Пока да. Зачесываем сюда назад и полукругом таким подравниваем. Вот таким образом. Потом все это чешем. Смотрим сбоку. Тоже бороду подравниваем. Уже немножко наискосок. Потом смотрим щеки, они должны у нас как бы идти, но пол на полукруг такой сидеть, Роня. Ушко убираем и делаем вот такой полукруг. Вот так. Вот собака постриженная. Рона! Стоит. Вот смотрите, в каком она должна быть состоянии. Очень красивый, элегантный пёс. Хорошо, Ронечка, молодец. Еще раз посмотрели. Потом спустить нужно собаку в движение. Посмотрите ее, если что-то выскакивает, то надо немножечко еще подстричь. То есть собака в движении смотрится обязательно после стрижки для того, чтобы полностью увидеть, не выскочило ли что-то еще. Ну, а так, вот вам, пожалуйста, морда. Рона. Рона, Рона, Рона. Рона, ай, Рона. Вот собачья морда. Молодец. Еще небольшая деталь, которую мы упустили. Обязательно нужно подстричь писючек. Вот, вокруг. Значит, далеко не уходить в юбку. И немножечко животик оголить. Но совсем чуть-чуть. И не совсем на лысо. А нож, чтобы оставлял миллиметра три. Для того, чтобы не расчесывалась собака. А так все. До свидания.